Добрый вечер. Добрый вечер. По вашему мнению, возможно ли в данной ситуации в настоящее время энергетическая блокада Крыма? Я думаю, що це неможливо. Це неможливо фактично із технічної, технологічної точки зору, про що вже пояснював Олександр Харченко. Але найбільш важливе для України питання і найбільш важлива причина, чому це неможливо, тому що у нас поставка електроенергії в Крим, вона пов'язана з імпортом електроенергії в Україну з Росії. А на сьогоднішній день ситуація в українській енергетиці така, що в нас вже є імпортозалежність від Росії. А наскільки вона велика? Скільки ми потребуємо російської електроенергії? Ну от по серпень місяць Україна спожила приблизно 1,8 мільярда кіловат-годин. Це є досить багато. Насправді це є багато, і у нас споживання електроенергії по імпорту було навіть влітку, в липні місяці, було в серпні місяці, що раніше взагалі було просто не можна було такого уявити, що ми влітку імпортуємо електроенергію. Тому починалася в нас ця вся історія тим, що в нас просто була потреба, була необхідність в зимові періоди, а закінчується вона під кінець цього року тим, що в нас є вже повна залежність від імпорту і в нас немає вугілля на складах. І якщо до нас перестає йти імпорт електроенергії з Росії, у нас починаються і так звані веєрні відключення, і може взагалі частота в системі падати, і може привести до складних ну, фактично відключень в масштабах всієї країни, що в нас було останній раз в 90-х роках. І це, власне, взаємопов'язані речі, тому що якщо ми говоримо про відключення електроенергії в Крим, то Росія автоматично і негайно реагує відключенням електроенергії в Україну. І я думаю, що ми і місяць часу не зможемо повноцінно функціонувати без цього імпорту. А наскільки соотносяться ті об'єми електроенергії, які російська, які потребляє Україна, і об'єми електроенергії, які Україна передає, виходить, в Крим? Да? За 8 місяців Україна в Крим передала 3,2 мільярди кВт-годин, а імпортувала з Росії близько 1,8. Але тут специфіка полягає в тому, що ми багато передавали в Крим в літні місяці, але коли приходять зимові місяці, то тоді ми імпортуємо з Росії фактично стільки, скільки передаємо в Крим, а іноді навіть більше. Дуже часто ми імпортуємо навіть більше. Тому от, власне, зараз, коли ми входимо в опалювальний період, зараз починається якраз сезон таких серйозних навантажень на систему. І зараз, скажімо так, ми є фактично не менш залежні від Росії, аніж Крим залежний від України. Ну, мені приходило слышать таку точку зрения, що якщо Україна не буде поставляти в Крим електричество, то їй буде хватати собственного електричества, да, для того, щоб не закупати його у Росії, що ці об'єми соотносяться. Или здесь не в тому розрізі совершенно рассмотрен вопрос, буде розбалансована енергетична система? Ну, по-перше, буде певне розбалансування, по-друге, є певна географічна специфіка, тому що Крим споживає електроенергію, яка йде десь з Запорізької атомної електростанції. І в нас географічно може бути незбалансування в масштабах всієї України. Тому що в нас найбільший попит і потреба в нас є північно-східні області, зокрема це Харківська область, тому що там Зміївська ТЕС, вона фактично простоює через нехватку вугілля. Тому тут ці питання вже є пов'язані між собою, і поставка в Крим, і поставка в Україну. І однозначно, коли Росія заключала з нами цей контракт на імпорт електроенергії, то паралельно велася робота і про поставки в Крим. Тому ці два контракти, які були, вони були абсолютно чітко зв'язані, хоча юридично формально не зв'язані, але коли йшло обговорення, то Росія прекрасно розуміла, що їм треба один робити так, щоб він був прив'язаний до другого, щоб вони два разом функціонували. Тобто, питання зараз поставок електроенергії в Крим, це козир зараз в чиїх руках? В руках України чи в руках Росії? Чи це патова ситуація, де кожна сторона друг від друга залежить? Фактично, це є патова сторона, патова ситуація, де кожна сторона один від одної залежить. А была ли у нашей страны возможность получить какое-то преимущество, возможно, как-то перестроить энергосистему, либо попытаться найти какие-то другие источники?
Ну, якщо в нас стояла ціль мати можливість обмежувати Крим, то однозначно, що нам тоді потрібно було вибудовувати наші дії і політику трохи інакше. Тому що Україна фактично могла і минулий рік, і минулої зими існувати в автономному режимі в плані енергосистеми, але у нас були би час від часу певні такі, скажімо, віялові відключення. Але Крим без України взагалі ніяк не може існувати. Тобто він повністю залежний від України. І можна було використовувати наші сильні переговорні позиції для того, щоб вибудувати трохи інші відносини із Росією і по контракту в Крим, і особливо по контракту з Росією. Це робилося досить поспіхом в грудні минулого року, супроводжувалося певними скандалами, спробами в імпорт вставити прокладку по типу Росукренерго в газі. Тому результат получився, ну, такий собі. Ну, був ще скандал, зв'язаний з тим, що в документах був указан ніякий Кримський федеральний округ. Було і таке, але це вже питання не енергетики, це вже питання політичне. Uh-huh. Але дійсно, я теж зустрічав такі матеріали, де це вказувалося. Этот договор действует до конца этого года. И там предусмотрена автоматическая пролонгация, если стороны не заявили о желании его прекратить. По вашим прогнозам, будет ли этот договор продлен? Я думаю, що він буде продовжений. Не знаю, які зміни в нього будуть внесені, але я думаю, що всі базові принципи будуть продовжені по тій причині, що ми не проробили ту домашню роботу, яку ми мали проробити весною і влітку. Ну, тем не менее, у нас получается такая ситуация, что участники блокады, активисты, которые там находятся сейчас на временной границе с оккупированным Крымом, они уже заявили на днях о том, что начинается энергетическая блокада. Такі дії можуть привести взагалі до, скажімо так, важко прогнозованої ситуації, тому що я так розумію, що це не є якась певна державна політика або державні кроки з приводу цього, а це є певні кроки окремих осіб, які вважають, що правильно так зробити. Ну, все-таки є якісь загальні правила, загальні рамки поведінки, і ми повинні дотримуватись чинного законодавства в будь-якому випадку, подобається нам це чи не подобається. Тому якщо робити якісь кроки по блокаді, то ці кроки потрібно робити в рамках чинного законодавства. Підривати опори – це не вихід із всієї ситуації. З нами на зв'язі із Чонгара Ленур Ислямов, один із організаторів блокади, один із ініціаторів цієї блокади. Ленур, добрий вечір, слышите ли ви нас? Я предупреждаю, що, возможно, небольшая задержка сигналу, поэтому будемо розмовляти з небольшими інтервалами. Добрий вечір. Вечер добрый. Ленур, какая сейчас ситуация на временной границе с оккупированной территорией? В динамике, как развиваются события? И удалось ли избежать сейчас вот тех случаев, которые достаточно громко прозвучали в нашем медиапространстве, вот с этими происшествиями на блокпостах, когда не совсем по понятным причинам людей досматривали и изымали какие-то продукты и уничтожали? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что я хочу всех поздравить, всех защитников Отечества с первым таким праздником всеукраинским. Мы отмечали 23 февраля, а отмечаем сегодня, 14 октября. Поэтому с праздником всех витаю. Ленур, как развиваются сейчас события на временной границе, я повторю свой вопрос, и не удалось ли избежать дальнейших вот случаев, о которых очень много говорили, о том, что люди жалуются на действия добровольцев? Мы на самом деле провели расследование, если вы говорите о том, что вот было то, что несколько факторов было того, что некоторые люди были действительно недовольны. Чтобы вы понимали, здесь через наши блокпосты, так называемые блокпосты, гражданские блокпосты, проходит в день, наверное, ну, тысячи машин проходит в день, не меньше. Если говорить о том, что один-два случая тех, которых вот описывают люди, то, что кто-то разбил спиртные бутылки элитные, но они говорят только об одной части того, что они видят. Вторая часть, просто вы понимаете, да, здесь, ну, много очень хлопцев, которые, не щадя живота своего и жизни своих, боролись за свободную Украину. И они с АТО перешли сюда к нам, на нашу гражданскую блокаду, именно прямо с передовой. Естественно, когда они видят, что в дорогой машине едут украинцы и везут водку Путинка в Крым,
возвращаясь с отдыха откуда-то там, да, они могут такую реакцию проявлять. Я заранее прошу за них извинения, как командир штаба гражданской блокады Крыма. Но вы тоже должны понимать, что выдирать из общего контекста того, что мы делаем здесь, а мы делаем все-таки, мы организовываем блокаду всего Крыма. Мы не занимаемся конкретными украинцами, которые везут в Крым, в оккупированный Крым, водку Путинка, где-то они ее купили. Мы не этим занимаемся, не наша эта задача совершенно. Наша задача совершенно другая. Сделать так, чтобы на сегодняшний день не с той стороны те люди, которые являются антиукраинскими, те, которые голосовали на референдуме, и те, которые пытаются что-то сробить здесь, мы помогаем их здесь выявлять, в том нашим службам. Ну, как минимум, мы им не мешаем. И, естественно, в Крым мы тоже спрашиваем тех наших громадян, которые ездят с Киева, допустим, туда, в Киев, с Киева едут в Крым, или с Донецка они едут в Крым, или с Одессы. Мы, как граждане, тоже можем у них спросить, и все. Что в этом такого плохого? Никакого другого такого случая, кроме там нескольких вот случаев, которые выдерны из контекста, больше ничего такого сложного здесь на границе у нас не происходит. Сегодня в день защитника Отечества вот мы вешали сегодня два флага, это украинский и крымско-татарский, вешали на самую высокую точку Чангара. Вот об этом лучше поговорим, потому что идеологически Украина на сегодняшний день никаким образом себя не проявляет. На Крым, я имею в виду. Ну, кроме вот вещания некоторых телеканалов украинских, которые через спутник транслируются. Имея столько возможностей здесь в виде вышек РТПЦ, которые брошены были со времен Януковича, больше пока мы еще ничего не делаем. Хотя здесь уже в Херсонской области работают 7 радиостанций, которые вещают с Крыма. И рассказывают про то, как мы едим младенцев, и какая здесь хунта, и кто такие татаро-бандеровцы. Вот об этом лучше пусть поговорят те, которые выискивают, там кто-то там разбил там 2 бутылки вина на пропускном пункте. Вот об этом лучше давайте будем говорить. Да, давайте об этом поговорим. Ленур, что, по вашему мнению, сейчас должно сделать государство Украина, чтобы развить вашу инициативу, чтобы ваша блокада все-таки достигла поставленных целей? Что необходимо? От Украины мы просим, чтобы она имела честь. Помните как? Честь имею. Вот чтобы она имела честь. Если она имеет честь, наша влада, она должна сказать себе в первую очередь и нам, как громадянам Украины, сказать, что мы присоединяемся к гражданской блокаде Крыма. Влада присоединяется. То есть мы здесь стоим, гражданской акцией, вот здесь вот мы мерзнем вот на этом ветру, который здесь находится, не потому что нам нужно что-то, какие-то посты теплые в теплых креслах, кабинетов в Киеве занять. Нет, здесь таких среди нас нет никого. Мы для того это делаем, для того, чтобы нам завтра было не стыдно перед нашим потомством, перед нашими потомками, что мы делали в это время, когда Крым захватили, и что мы дальше, как его возвращали. Наши дети нас спросят, хорошо, вот так получилось, а что вы сделали вообще дальше? Что вы предприняли? И мы что будем рассказывать, что мы лайкали в Фейсбуке или там что-то там перепостывали? Это мы будем говорить своим детям и дальше будет следующему поколению. Нет, мы им должны будем сказать тогда правду. Мы должны будем тогда сказать так, что мы выбрали такую владу, которая поставляла в Крым продукты, которая везла морозиво со Львова или с Тернополя яблоки, что мы делали бизнес с оккупантами, что мы бросили там крымско-татарский народ. Да, он замечательный народ, да, он такой, все, он замечательный, танцуют они хорошо, поют они, но мы не могли их там сохранить, но мы их бросили. Каким лицом будут дальше украинцы жить, когда они такое могут потом будут говорить своим потомкам? Как? Как? Нет такого объяснения тому, что сейчас, на самом, что мы сейчас переживаем, крымские татары и патриоты Украины, которые здесь с нами находятся. Поэтому влада в первую очередь должна присоединиться к нам здесь, в лице первых лиц государства. И должна заборонить поставку электроэнергии в Крым, в том числе. Продукты питания мы уже заборонили поставку. Ленур, относительно энергоблокады. Вот сейчас в нашем эфире до включения прозвучало несколько мнений относительно вот нюансов, на которые необходимо обратить внимание в том числе. Началась ли энергоблокада, как это недавно заявили некоторые активисты, которые участвуют? И каковы дальнейшие шаги? То есть чего вы ждете, когда энергоблокада сможет реально осуществиться? Мы давим на владу, вы уже знаете, да, из 4, так скажем, энергопоставляющих в Крым линий работают сейчас всего 2. То есть из тех объемов, которые должен был получать Крым, он недополучает сейчас уже треть того объема, который недополучает. И мы добились того, что все-таки это сделала тоже влада, а не мы.
Каким образом это сделано, я не буду сейчас техническую сторону этого вопроса вам разглашать. Она делается уже сейчас, энергоблокада Крыма уже ведется. Наша цель, чтобы мы полностью обесточили полуостров. А последствия какие будут? Какие вы рассчитываете увидеть последствия от энергетической блокады? Вот у нас эксперт говорил о достаточно апокалиптической картине, которая должна быть в результате этого. Вы чего ждете? Мы ждем выключения вот этих вот телеканалов пропагандистских «Россия-24», там «Россия-2», вот эти, которые вещают, прямо льют с унитазов в головы крымчан той информации, что здесь татаро-бандеровцы, что здесь хунта, что здесь уже штурмуют Верховную Раду, и что здесь олигархи уже продали 33 раза страну, и что правый сектор работает на ФСБ, Меджлис, как бы это госдеповская структура. Вот это вот все дерьмо, которое льется сейчас в головы крымчан сейчас, мы хотим остановить. Выключив поставки электроэнергии, они хоть начнут смотреть друг на друга, Они друг друга посмотрят в глаза, или в окно хотя бы пусть посмотрят, пусть спросят себя, что дальше. Пусть узнают, что дальше они будут делать. Какие еще камни с неба им еще нужны для того, чтобы понять, что Крым это украинская территория. Что крымских татар сейчас, на крымских татар сейчас установлен геноцид. Против них сейчас действует совершенно другой режим. Их выдавливают с Крыма. Вот как выдавили нас, выдавливают всех остальных. С екатерининских времен этот геноцид происходит. Украинцы наигрались уже с русскими в эту дружбу славянских народов. Мы эту дружбу на собственной шкуре уже знаем 1783 года. Наши дедушки эту дружбу на собственных спинах прошли в 44-м году. Что еще нужно сделать? Каким образом нужно еще украинцев пинуть, чтобы они поняли, что они должны сейчас все встать рядом с нами здесь и начать повертать свои территории. Это их территория, это наши территории. Или когда нам сравнивают, говорят, что каким образом крымские татары могут присваивать себе весь Крым. Крым это крымская татарская территория в составе Украины. Это крымская татарская национальная автономия в составе Украины. Что еще нужно крымским татарам сделать? Что еще нужно сделать, чтобы поняла вся Украина, чтобы она поняла, что Крым мы должны повертать? Ленур, я ни в коем случае с вами не спорю, просто хотелось узнать ваше мнение относительно того, что сейчас действует до конца года, как минимум, договор о поставке электроэнергии в Крым. Среди участников блокады есть также народные депутаты и из политической силы президента нынешнего Украины. Не поднимался ли вопрос перед президентом относительно недопустимости поставок и необходимости блокады? Когда вы говорите договор, вы режете по всем националистам Украины, а я себя к националистам тоже причисляю, вы режете по сердцу сейчас этим словом договор. Договор с кем? Договор с кем? С той владой, которая убивает сейчас украинцев и убивала столько украинцев? Договор с кем? С теми, кто убил Ришата Аметова и отрезал ему глаза, ноги, руки, пальцы и закопал его в степи? С кем договор? Тот, с теми, которые посадили Ахтема Чайгоза, его там удерживают, или Надежда Савченко? Как может Влада подписывать такие договора, вы мне скажите? С кем мы подписываем договора? Этот договор подписан на крови украинцев. И поэтому в договоре, в котором написано, что Крым – это российская территория, и мы получаем эти деньги в Государственный банк Украины, с банка, который находится под санкциями в Крыму, мы после этого себя считаем честными людьми вообще, даже не буду слово «украинцы» здесь говорить. Честными людьми, и вы после этого говорите, что мы должны такой договор соблюдать. Мы не подписывали такие договора. И мы как граждане Украины, и вот мы против, которые здесь стоят. Я думаю, что больше половины украинцев будут против этого договора. Вы его в этот договор покажите всей громаде. Пусть вся громада посмотрит этот договор. И объясните, что за договоры мы подписываем с оккупационными властями. Мы уже подписывали с ними договора, уже мы попытались сохранить то, что должны были сохранить наше потомство. У нас нет возможности сохраняться в этом русском мире, и у украинцев тоже нет возможности сохраниться. У нас одна задача будет ассимилироваться и быть уничтоженными в итоге. Если украинская влада хочет этого же, тогда нам с этой владой не по пути. Спасибо. Возможно, у вас, Андрей, есть вопрос к Ленуру Ислямову. Ленур, скажите, пожалуйста, а сколько крымских татар осталось в Крыму, или сколько крымчан, может быть, по-тихому, но поддерживают все-таки Украину и вынуждены жить сейчас в Крыму? Знаете, вот мой телефон сейчас, наверное, вот мобильный стал известен всему миру. Я, конечно, получаю разные смс с угрозами.
Но ни одного звонка от крымчанина, который бы сказал, что мы плохо делаем, или там, что мы кого-то там каким-то образом, я не знаю, там унизили, что-то еще я не получил. Да, у нас есть какие-то здесь вот маленькие, могут быть какие-то там неприятности, действительно, я извиняюсь заранее вперед даже за эти неприятности. Но крымчане, крымские татары в первую очередь, и украинцы, которые даже потеряв собственную идентификацию в Крыму, они там не ходят в вышиванках, там они сохраняют сейчас собственную жизнь. Хотя это мы понимаем, сквозь зубы стерпев, но мы понимаем, что они с нами все здесь. С нами сюда приезжают люди с Севастополя, приезжают. Нам вот сегодня привезли, русские люди привезли трех баранов сюда, нам привозят мясо. У людей нет национальности, когда касается геноцида. Сейчас в Крыму процветает геноцид. Геноцид – все, что связано с Украиной. Крымские татары связаны с Украиной. Причем генетически связаны с Украиной. В Запорожской сече, если вы знаете, крымские татары и украинцы были братьями. И остаются братьями, и останутся братьями навек. На все века. Поэтому, когда сейчас я вижу у многих чиновников звонки, и слава Украине, на мобильном телефоне установлены, не этим только, ну, депутаты, слов каких-то. Давайте, начинайте действовать. Вот здесь вот все действующие находятся. Здесь нет политиков, здесь есть громада. Давайте пусть политики присоединяются, пусть выйдут со своих теплых кабинетов, пусть на холоде побудут с нами. Зато они будут потом своим детям вспоминать об этом. То, что они вместе с громадой повернули Крым. Повертали Крым. Спасибо, Ленур. Я надеюсь, что все адресаты ваших слов их услышат. К сожалению, портится связь с Чонгаром. Что вы можете сказать вот по поводу такого боевого настроя и слов о том, что с агрессором никаких договоров быть не может? Ну, я емоційно можу зрозуміти, звичайно, тих людей, враховуючи ту ситуацію, в якій вони є. Але, тим не менше, ми розуміємо, що багато людей, які симпатизують Україні, які хочуть бути в Україні, вони залишились в Криму. Повне відключення електроенергії, воно означає, що будь-які базові потреби їх задовольнити буде неможливо. Якщо людина попадає в лікарню, це вже теж буде велика проблема. Тому складне питання і, мабуть, договір, який був заключений, він викликає певні запитання. І, мабуть, договір, який має бути заключений новий з 1 січня, він має бути інакший і з точки зору суттєвих умов договору, і з точки зору політичної складової, як він оформлений. Але, тим не менше, нам потрібно враховувати широкий спектр факторів різних і якось виходити з тих реалій, які є, і жити в тій ситуації, яка є, і жити в рамках чинного законодавства в тому числі. Ну, от, якщо подивитися на цю ситуацію, от, да, з усіх сторон, то виходить дуже цікава картина, що кримський вопрос намагаються вирішити громадські активісти, журналісти, ну, як-то от, хоча б содействовать, да, рішенню цього вопроса. Ну, а не власть. Власть як-то самоустраняється від всіх цих вопросів, да, там, как может поступить власть, вот, чтобы быть честной со своими гражданами, честной перед теми, кто сейчас там на Чонгаре, честной перед теми переселенцами, которые уехали из Крыма. Что она должна сказать или сделать? Дивіться, я думаю, активістам в цій ситуації трошки простіше, тому що вони не володіють повною картиною. Вони не володіють, наприклад, інформацію про те, що якщо ми відключаємо в Крим, Росія припиняє поставки в нас електроенергії, може припинити і поставки газу, тому що Росія – це країна непередбачувана, і може припинити і поставки вугілля. Або зробити так, щоб з ДНР і ЛНР, з цих так званих, не знаю, як їх назвати, чи республік, чи утворень, ці поставки до нас не пішли. Якщо вони до нас не підуть, через місяць часу в нас світло вимикається, і країна стає темною. Деякі активісти, які не спеціалізуються на цих питаннях, вони можуть не до кінця розуміти глибини проблематики. Тому їм простіше про це говорити, тому що на них не давить, скажімо так, цей груз відповідальності. Но в даному випадку це проблема активістів чи власті, яка самоустранилась від
оценки і рішення цього питання. Розумієте, тут немає чорного і білого. Це проблема і тих, і тих. Звичайно, що влада в багатьох рішеннях допускалась помилок, і навіть ті договори, які були підписані, ну, вони викликають дуже багато запитань. Але вирішити питання і ситуацію тим способом, яким пропонують активісти, на превеликий жаль, але це не вдасться зробити. Ситуація складніша, проблема складніша, ніж вона здається на перший погляд. Ну что ж, надеемся, что проблема будет решена, наверное, наилучшим образом, да, прежде всего для страны и для тех, кто пострадал от оккупации Крыма. Спасибо вам за беседу.